Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре воблер от производителя Bandit, называется он Deep Flat Max. Идет в размере 70 мм, это длина корпуса без лопатки. Воблер плавающий, заглубление от скорости проводки варьируется от 2,4 метров до 3,6 метров. И вес данной приманки 14 грамм. На сайте представлен довольно-таки большой выбор по расцветкам. Их 33 штуки. Характерные расцветки для диповых воблеров с яркими тонами. Желтые, оранжевые, красные. И также присутствуют и расцветки под различных натуральных видов рыб. У меня такая расцветка, которая напоминает морскую рыбешку. Идет в таком 3D копировании, я бы сказал, и довольно-таки четко здесь все прорисовано, напоминает высокотелую морскую рыбку. Судя из названия flat, что означает, что воблер довольно-таки сильно приплющен с боков, что дает ему характерную такую интересную игру. Данный воблер в основном создан для ловли в троллинг на простой равномерной проводке, но также можно использовать и для рыбалок заброс. Системы дальней заброса у него нет, но при этом я думаю, что на вполне приличное расстояние до рыбы данный воблер можно забросить. Ну а в троллинг она особо и не требуется. Начинаем движение, воблер лежит возле лодки и постепенно заглубляется на указанную глубину. В троллинг идет где-то до 4 метров. На простой равномерной проводке будет выманивать щуку из своих укрытий, щуку, судака и крупного окуня. Во время равномерной проводки будет создавать такой низкочастотный звук, который должен привлекать внимание хищника. Также и активная игра тоже будет хорошим подспорьем именно к тому, чтобы хищник вышел и атаковал данный воблер. Также интересное оранжевое пятно в виде такой точки атаки находится на теле приманки. Так, воблер абсолютно гладкий и имеет только выпуклые глаза, которые прорисованы для живости и для более схожести с настоящим живым объектом. Идет желтая радужка и черный зрачок. Все по итогу получается выразительно. Я думаю, что хищник вполне способен спутать данный воблер с настоящей живой рыбкой. Подойдет как для морских рыбалок, так же и для пресноводных. В морских рыбалках можно ожидать поклевок довольно-таки большого количества хищников. Там их намного, конечно же, больше, чем в наших пресноводных водоемах. Здесь же в основном это щук-судак-окунь. В редких случаях на данный воблер может выйти сом. Оснащается фурнитурой и крючками от производителя Овнер. Острые, качественные крючки, хороший подев, жало плоские, присутствуют бородки и хорошие заводные плотные колечки. Все на высшем уровне по фурнитуре отверстий. В крепежных петелек нет абсолютно никаких, воблер воду пить не должен. Оснащается такой интересной ромбовидной лопаткой. Она продолговатая, узкая и позволит быстро уходить на заданную глубину. Крепежная петелька находится чуть ближе к голове приманки и дополнительно оснащена заводным колечком для удобства крепления ее к застежке. Классный воблер с отличной фурнитурой, большой выбор по расцветкам и сама покраска на высшем уровне. Обратите свое внимание на данную модельку Bandit Deep Flat Max. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!